Дмитрий Юшкевич может вернуться в тренерский штаб ярославского «Локомотива». Об этом сообщил ряд СМИ. Нынешний наставник череповецкой «Северстали» в следующем хоккейном сезоне, возможно, появится в нашем клубе в качестве одного из помощников Алексея Кудашова. Юшкевич уже работал в «Локомотиве» и входил в тренерский штаб Дэйва Кинга. Между тем, ярославский клуб пока опровергает его возвращение в Ярославль.